Уходили комсомольцы на гражданскую войну. Уходили, расставались, покидали тихий край. Ты мне что-нибудь, родная, на прощание пожелай. И родная отвечала: я желаю всей душой, если смерти, то мгновенной, если раны небольшой. А всего тебе сильней желаю, я тебе, товарищ мой, чтобы со скорою победой возвращался ты домой. Он пожал подруге руку, глянул девичьи глаза. А еще с тобой прошу я, напиши мне письмецо. А еще тебя прошу, напиши мне письмо. Но куда же напишу я, как я твой узнаю путь? Все равно, сказал он тихо, напиши куда-нибудь. Да, приказ ему на запад, ей в другую сторону. Уходили комсомольцы на гражданскую войну. Уходили комсомольцы на гражданскую войну.